Звезда панк-рока и направления New Wave Билли Айдол стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе. Первая в этом году церемония закладки именной звезды состоялась в пятницу перед легендарным магазином Amoeba Music. Карьера 67-летнего британца началась в 70-х. По словам музыканта, в то время он не верил, что у него есть будущее, и поэтому решил просто заниматься любимым делом. Исполнитель песен «White Wedding» и «Rebel Yell» продал более 40 миллионов альбомов по всему миру.